К открытию торгово-развлекательного центра «Жар-птица» группа компаний «Столица Нижней» учредила премию «Перо Жар-птица» и грант размером 500 тысяч рублей. Ежегодно премия будет вручаться в день рождения торгово-развлекательного центра. Темой фестиваля конкурса «Перо Жар-птица-2015» стала народная и фольклорная музыка. Поэтому на главной сцене торгово-развлекательного центра собрались лучшие народные коллективы Нижегородского края. В состав жюри вошли директор Департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Лариса Моторина, ректор Нижегородской государственной консерватории имени Глинки Эдуард Фертельмейстер, Ольга Томина, художественный руководитель и директор Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича. Председателем жюри конкурса стала народная артистка России Надежда Бабкина. Жюри были едины во мнении, что все участники мероприятия достойные. Поразило то, что с какой любовью люди несут то, чем они занимаются, без любви, без понимания. Донести до сердца каждого эти традиции просто невозможно. Я очень рад, что так много людей интересуется и достигает определенных высот в своих песнях, в музыке, в народном творчестве. Это замечательно. Значит, есть тяга, есть возможность, есть желание, а теперь создаются еще и возможности выступления. Если мы перестанем говорить и петь на русском языке, на своем родном, используя свои диалекты, в костюме, в языке, в мелодии, в движениях, в подтанцовках, а будем, так сказать, подсаживаться на англоязычную музыку, грош нам цена. Мы развалим свою страну. Понимаете? Это очень важно. И вот поэтому все ребята, которые выходят сегодня и демонстрируют, я считаю, они самые лучшие. Самые лучшие. Все. Первым победителем конкурса и лауреатом культурной премии «Перо Жар-птица» стал фольклорный этнографический ансамбль «Свети цвет». Коллектив вот уже более 30 лет изучает и собирает материалы по культурному наследию народов Нижегородской области. На фестивале «Свети цвет» представил программу на основе исторических песен. Это означает для нас то, что будут поездки на новые фестивали, будут новые экспедиции. Ну и мы уже теперь просто обязаны отчитаться, каким образом и на какие благие дела пошел этот грант. Завершением праздничного дня стал концерт Надежды Бабкиной и театра «Русская песня».